Ебать, я вчера всех убил, нахуй. Убирай уже, заебал, убирай! Ты как, нормально? Чуть-чуть сбавились. Всю дорогу нормально. Ну, я тоже нормально. Ну, я раньше всех лёг спать, поэтому. А мы никуда не едем? Я не за рулем. А кто за рулем? Спасибо. Я и думала, ты за рулем, а мы не поедем. Кто не поедет? Мы с Никитой. Вы не поедете? Угу. Куда не поедете? Мы же завтрак договаривались ехать на завтрак. Ну, на завтрак мы вот завтрак сейчас и едем. Стой, на какой завтрак мы едем? Мы вчера все говорили, типа, поехали в Шишку. Вы уже забыли напились? Шишку, блядь. Да. Да нахуя там одно заведение ездить? Даже если туда доехать, почему? С моей лапшичкой похмельной. Такой вот завтрак. Джей, а что, Никит, мы куда с тобой поедем? Давайте. Сегодня пятый день. Ага. Пятый день. Сейчас, что-то, я не знаю, что мы делаем. Я точно не знаю. Непонятно. Или можно похавать? У тебя прическа, конечно. И мне еще на работе спрашивают, не устал укладывать прическу? Укладывать? Я говорю, я не могу ее уложить вообще. Я вообще ничего не могу с ней сделать. Я очень плохо. Меня слушают. Ну, в целом, все выглядит неплохо. Кто-то болеет? Сейчас отдохну. Я говорю, ну ладно, отдыхай. Потом в какой-то момент мы прилетаем к секте, Дим, кальян Асим, горит. Надо купаться. И ты просто в моменте подрываешься, переодеваешься, и мы идем купаться. Пойдемте на лохматую ферму. Пойдемте. Как ты себя чувствуешь, Асим? Не, я себя чувствую прекрасно. У меня похмелье. И рассказывали факты про небо. Про небо, про звезды, про... Как Юрий Гагарин вокруг солнца летал, знаете? Я и про дырку сквозь землю знаю. Да, да. Это ты сказала. Стены первые. Какие красивые. Ой, мамочки. Маленький какой. Мамочки. Лошадь, она любит человека. Да, конечно. А потом они из нее козы делают. Надо, Диан, разозлишь маму или папу, не знаю. Там малявка какая-то сидит. Ну, давайте каждый, наверное, каждый купит по кролику тебе на день рождения. Уже там... Одну морковочку ему дам. Я могу перевести за эти деньги. У нас только деньги. Копейка, рубль большой. Да вы все-то ему не скармливаете, ё-моё. А уверен, что это моралы? Не знаю, моралянки. Да, это моралы. Вон, посмотри, рога. Он пьет. И у него рога, пойдем. Пока! Она за нами теперь идет. Ой, это их рога. Да. А, она... Можно пробовать? Можете погладить все, кроме рогов. Пашки, да что такое за милое создание? Маленький. Отдыхает в тенечке. Мама, смотри, кто здесь. Папа, смотри. Да, да что ты по одной-то берешь? Да вот, чтобы больше оставалось. Смотрите, какие глаза у него красивые.
Жесть. Какая мелкая. Они плюются? Это же не верблюды. Если попасть. Да, я тоже думаю, что они плюются. Да? Мне кажется, что да. Я не знаю, плюются. Не кормить, например. Его кормить нельзя. Его кормить нельзя, Настя. Вы завтра мне это еще сказали. Я не плюнули. Там вот высокая белая, к ней спиной не подходите. Укусить. Ну, он прикусит. Блин, они такие здоровые. Вот этот еще жестко. Смотрите. Глаза какие черные. Ага. Как он далеко вылазит. Вообще. Что, траву ему дайте? А тебя можно гладить? Я боюсь. Ты не кусаешься? Иди, можешь погладить, я тебя сфотографирую. Морковку можешь взять у папы. Пап, морковку! Я хочу там гладиться. Да. Или капусту. Там медведь в колесо с водой залез. Да? Какая ему рада? Он там пробежал. Это же ты ему рад. О, двое маленьких. Маленькие. Ой, куда вы? Ты что за милашка такая, а? Не дают сами гладиться. Капусту? Сейчас мы себе дадим капусту, да. А куда она? Она прям куда-то специально как будто идет. Она в грязь идет. Она в грязь, реально. Она реально до грязи шла. Прикольно. Эму. Эму. Диана, ты знаешь, что свиньи плотоядные? Это что знаешь? Они едят мясо. Это не значит, что они тебя не кусят. А, это гуси? Все понятно, не признала. Ты что за гусь такой? Какой красивый хохолок. Они смешные какие-то. Да. Так бегают смешно. Это кто? Корова. Пару слов туда-сюда, сейчас будет прекрасный завтрак, со мной. Голоден? Ты не ты, когда голоден. Завтра утром хочешь? Кого? Ну, мы тоже с одноразовым дома едим. Чего? Я не поняла, что он сказал. Какая разница? Окей. Всем все надо выяснить в деталях. Ты рада, что ты приехала сюда? Конечно. Конечно, я рада.
Смотри, засними вот это вот. Это вот мы так в грузовике прокатились. Шишига. Шишига. Один километр до Назима. Ну тут недалеко. Идем на баночке. Я не знаю, что это такое, даже не знаю, как это выглядит. Для меня это сейчас будет какой-то вау. Там две лужицы. Нет, правда. У нас сегодня не активный отдых. У нас весь активный отдых, кажется, прошел. И мы будем просто чилить, отдыхать, наслаждаться природой, воздухом. Да. Ну это сама база, нам база не нужна. Они такие же по глубине, как в прошлом году. Нет? Я не помню, можно потом сравнить будет. Впечатление. Ну, реально ужасно. Нормально. Полтора раза я сегодня не буду мыть. Я уж кого мыть? Достал. Достал? Охуеть. Тогда вообще без страха, брат. Ошалеть! Надо делать шлюп! Вау! Мы сегодня тут купаемся в ванночках катунских, семинских. Я себе представляю кружкой, которую мы сегодня видели. Да, такая водичка грязная. И еще, мне кажется, что тут кто-то кусается. Возможно. Но вода теплая. Капляк. Давай сюда сбегу, Никитос. Да, пока не хочет. Не хочет? Ну, подсохнет, не хочет. Потом надо сверху будет прыгать. Есть что сказать? И да. Скажи. Нет. Почему? Хочу. Get some.
кататься, да, еще надо. Что, а теперь вы? Нет. В купальниках. Что вы там Они надоели, что там с камнями делаете? Ну да, теплее намного. И красивее. Чё ты? Вон, на пол палки всё. Пасть, руку в пасть, да не знаю, всё. Если на самом деле, вот у меня уже взрослая собака, и даже вот так она выбирается. Это пока они щенки удобно. А потом они уже выхватывают. Ой, что-то вкусное нашла. Че у нее с лапами непонятно? У нее по два пальца там. Может, мутант? Ты мутант. Ты маленький мутант. У тебя регенерация повышенная. Такое бывает всегда. 25-й кадр твоей жизни создает забот. Маленькая. Это что за собака такая? Смешная. Хотел тебя спасти, попахать, найти хоть что-то чистое. День за днем раздувал огонь в этих куплетах. Говори мне что угодно, один я весь на рифмах. Хоть и бывало выпадал из контекста вырванные фразы. Спасались бегством, тут маути скрывались в ванной. Меняется погода в мечети, опять новый вход из баса. Чувствую себя, но для кого-то царство. Проходите, проходите. Слезы смывают тушь, холодный душ, я. Где он был, когда он был тебе так нужен? Твое сердце не слышала, и ты свое не слушаешь. Да чтобы другого не бритало, да? Вопросы не пьяный, в мире. Там доходит Бог молодыми, сделав в эти времена лихими. Так, мы приехали за пиццей вот сюда. Ожидание час, мы в Тимале. Нас четверо. Пойдем. Ух ты, смотрите, какая там зона отдыха. Вау. Ну, прям классно. Вау.
зажигаю. Попробуй, Диана. Да я не хочу здесь. А вот пойду, думаю, чем бы вытянуть. Дима, каменное безумие. Я хочу забрать их все. Мне еще а вот еще целая куча. Нет, кучу я не заберу. Да? Но... Ты мог бы для видео сказать, что заберешь? Вот я заберу вот это, вот эту кучу. Ой, ты какой... Жесть. М? Они все полосатые. Вот это у Дианы. Спасибо. Да. Я вам кольцо не показывала, какое у меня. Тут с крестом. Очень красиво. А у меня вот новый такие. А мы... Моя прелесть. А Никита разбивает камни и смотрит начинку. Полный карман камней. Привет. Сейчас вам всю машину в камнях. Ну не шишига, конечно, но тоже. Чеглов! Мы же никогда в доме не жили, мы же не знаем, как ему обращаться по поводу. Как баню выглядит, когда не снова. Как? Как? Ребята, 25-й кадр, слово этого отпуска. Тих, другая сетка. Диана, давай ты не будешь обжигать. Я не раз спала в костер. Нет, давай Сергей. Да, Диан, не надо, пожалуйста. Я, давай на масленицу или когда-то. Давайте миллион лайков, и я прыгну в этот костер. Значит, никогда. Нет, миллион лайков на этом видео, любое время года я прыгаю в костер. Ладно. Запомни это. Такого вообще ни у кого не бывает миллион лайков. А у тебя будет. Ладно, хорошо. Добились на завтрак. А вот потом стоит. Я поднимаю руки, и мне можно дождаться. Незачем драться. Я поднимаю руки, хочу тебе сдаться. За дровами прошу пошли, а их там нету. Если семья отвернулась от тебя, это не значит, что ты должен отворачиваться от семьи. Если любить, это как? Максим, твое слово. Я буду играть с Никитосом, да. А когда с этими двумя, когда не Никитос, во-первых, а вот с этими двумя, ну все, там уже пиздец. Я думаю. Сильная связь. Диан, ты кто? Давай я хочу сказать, что я не знаю, кто. 25 кадров включите. Во-первых, да, включите мне 25 кадров. Во-первых, я чеченка, начнем с того. Во-вторых, я чеченка. В-третьих, подождите, я хочу играть с Максимом. Потому что мне кажется, что он не мафия в этот раз, потому что он мало выебывается, когда мало. Это мало? Вот человек не мафия. Ладно, Никита, дальше. Так. Я точно поиграю со Симом, потому что он трезвый. Мы найдем с ним волну. С Максимом тоже. Алина в прошлый раз сказала, что она мафия, она ей была мафия, сейчас она... Она не была никогда мафией. Она не была мафией. Не была? А кто был тогда третий? Я была. Ты была одной. Я была мафиози. Мафии две, если что. Хорошо. Я думал, просто Алина была. Я подключусь к колонке. Понятно. Нет, Диана. Короче, играй, да блядь. Ну что за хуйня, давайте играть. Так, все, играйте, да. Давайте напряженку. Я сделаю. Даже Максиму понравился 25-й кадр. Я мирный житель, обыватель. Пожалуйста, помогите, когда говорят. Ну так вот, я обыватель, мирный житель, буду играть со всеми. Пока что. А на данный момент я могу уверенно сказать, что я точно буду играть с Надей, поскольку она по-любому видела карту мирного жителя, потому что там именно и написано «обыватель», а не «мирный житель». Это в первую очередь. Во вторую, мне очень интересно поиграть с Никитой Щегловым, с Димой, поскольку эти модесты играли просто 500 часов напролет в эту онлайн-мафию, а не за компьютерами, поэтому... Я надеюсь, что меня не кикнут в первой игре, в первой же ночи, потому что мне будет интересно остаться вот наедине с этими двумя модестами, вот с той лавочкой. Поэтому я всем желаю хорошей игры, я обыватель. Я был прав, блядь. Он так разочаровался. Асим, ты его расстроил.
Не знаю, для меня это всегда смешно, когда мафия там на втором ходу себя полностью убивает. Короче, со мной никто не соглашается так играть. Если я мафия, я говорю, давайте все меня. Ну типа, это ебать ход.